Дисклеймер. Привет, это третий. У меня продолжение игры Call of the Sea. Остановился я вот на этом участке, когда разблокировал эту дверь. Так, дальше. Я прыгать не могу. Так, туда пройти не... Так, я... А, отойди. Я понял, туда пройти нельзя. Кормушка для попугаев. Ну, допустим, ладно. Пойду, значит, в чащобу вон. Подожди, там тоже нельзя пройти, да? В воде можно ходить? Нет, нельзя. Ладно, значит, тут не заблужусь. Значит, тут как-то ограничено пространство, где можно ходить. Тут что-то... Нет, нельзя, ладно. Теперь буду вспомнить, где я был, где нет. Так, пришел я вроде бы слева. О, домик какой-то, там я точно не был еще. Так. И чё? Костяной рыболовный крючок. Да, взять его нельзя. Тут тоже какая-то фигня, и ничего взять нельзя. Только посмотреть на крючок, ладно. Вот здесь я еще не был. Я не поднимался ни на какую гору еще. Вот, это чего? Какой прелестный горный пейзаж. Да, красивенько, но зачем мне это? Допустим, ладно, может потом на горы надо будет подниматься. Так, так, так. И чё, я вернулся туда же, на этот мост, да? А из пароля у меня только один символ. Это напоминает... Да-да-да, игровые автоматы, я помню. У меня из пароля чего тут? 4 это зубы. Раз, два, три, 4. Тут вообще есть зубы? Вот, они есть. Так, ну 4 это точно зубы. Осталось остальные 4 дойти символа. Вот где мне их искать? А где я вообще еще не был? Так, я, допустим, спустился. Вот сюда прошел. Потом пошел вроде бы туда, вниз. А вон туда я вроде не ходил. А с чего я взял, что 4 зуба? Да, по обломкам этих зубчиков. Мне кажется, это бесполезно. С помощью такого труда полезенцы ловят рыбу. Внутри есть еще один символ. Ага. Еще один символ. Ну а толку? Может, это имелось в виду это? 5? В смысле, стрелка вправо. Так. Стрелка. Стрелка вправо, это 5. Короче, зарисую все 4 символа, и тут нету. Так, это стрелка вправо. Тогда я вернусь сейчас к тому, где были зубы нарисованы, и посмотрю, что там было. Там было 4 зуба, но я не помню, какой 4-й зуб отсутствовал. Так, я тут был, да, я тут был... Но какой из этих показывал мне? Так. Так, так, так. Нет, а какой там зуб? Зубы, по-моему, не здесь были, а чуть-чуть ранее. Вот вспомнить бы, где еще. Сейчас попробую налево и чуть-чуть вниз пойти. Может, там где-то. Так, налево, вот, чутка вниз. Вон, вот этот вроде бы символ. Да, 3 зуба и отсутствует первый. Раз, два, три, 4. И 3 зуба. Так, хорошо, теперь осталось остальные найти. Вот где мне их искать, собственно? Тут я был или нет? Нет, а да, такую тоненькую тропинку я помню, был уже тут. Так, ну может тут... Вот этот, может это тоже... Отсутствует. Ну, попробую на всякий случай записать. Тут отсутствует 3-й зубчик. И 3 горы нарисованы. 3 горы вверх. Так, сейчас проверю, есть ли там вообще такие символы. Заодно посмотрю, может, я тут где-то пропустил еще одну доску такую.
Так, тут вообще такие символы есть. Так, первое это что? Я думаю, это три горы эти. Да, вот. Так, второго у меня нет. У меня есть последнее. Это вот такой вот символ. И третий, это вот горы высокие. Все. Но я тебе попробую сейчас угадать, какие я еще не использовал. Этот символ и этот. Сейчас. Вот. Нет. Нет. Стрелки вправо. А тут еще много вариантов, может быть. Ну ладно. Не, это... Угадал. Отлично. Значит, не буду... Видимо, это мой билет на переправу. Ладно. Не потратил время на поиски этих, где они еще находятся, а сразу нашел. Так, осторожно. Че, трупы? И просто мешки с чем-то. Ладно. Ой, какая красота. И че? Что-то слишком глубоко в чащу уходим. Они еще и загрузки такие красивые нарисовали. Вообще прекрасно. Сколько же я ходила? Я потеряла счет времени. Глава 2. Экспедиция Эверхарта. Ого, что это за место? Надо бы осмотреться в этой покинутой деревне. Вдруг команда Гарри останавливалась тут. Ну не знаю, если это каннибалы, тебя сожрут. Ну, экспедиция Эверхарта. Они разбили здесь лагерь. Чего ты взяла? Ну, ладно, возможно. Так, а куда мне, собственно, идти еще? Если там хотя бы узкие тропинки были, тут открытый мир. Дай запишу. Так, ты уже бывал на этом острове раньше? Да, несколько лет назад я ловил рыбу и совершил большую ошибку. Отклонился от привычного маршрута и отправился, как бы мне казалось, к более рыбному месту. Буквально через час мое наканоэ перевернулось. И на помощь об ошибке мне осталось это украшение. Боже, ну и шрам, от чего он? От кого? Мне не удалось его как следует рассмотреть, но я никогда не видел таких существ. В общем, мне удалось доплыть до пляжа с белым песком, до того самого, где высадились и мы. Через 3 дня на острове появился мужчина, забрал меня и, не говоря ни слова, довез до порта Папаэте. Шло время, и я пообещал себе, что продолжу жить своей жизнью и навсегда забуду этот проклятый остров. Но тогда почему ты согласился вернуться сюда? Мне нужно узнать, что происходит со мной в тот раз. Узнать правду, понимаете? Конечно. Все? Так, хорошо, ракушки. Ничего. Гамак. Ох, какой качественный. Так. Чем мне еще? А, вот записка какая-то. Это древние геометрические... Потрясающе. Это древние геометрические камни, сооружения не похожи на полиземские. Для чего они были нужны? Не знаю, скорее всего, проход куда-то. Так, о. А вот и папуасы, да. Похоже, некоторые члены экипажа не слишком... Да ты чего угораешь? То я успеваю быстрее прочитать, то вообще даже половину не... Запретный ритуал. Он предупреждает нас об этих развалинах. Говорит, что здесь проводится какой-то ритуал. Так, какой-то запретный ритуал. Я понял. Так, что? Ага, вот еще вижу. Тут и... так, значит, теперь ты веришь в магию? Он дал мне амулет каждому из нас, только Гарри сохранил свой. Так, положи. Полезнец покрыт татуировками. Я не мог сердиться или испуган. О, какой там колодец? Какой колодец? Проводник не хочет приближаться к развалинам. Почему он так боится этого колодца? Это этот, на Моану похоже очень игра. Так, где еще? Так, еще последний домик остался. Сейчас посмотрю, что там. Я надеюсь, что-то полезное, кроме фотографий. Ничего себе. С кубиков начну. Я никогда особо не увлекалась азартными играми. Причем тут азартные игры? Сомневаюсь, что это для игр. Ладно. Так. 14 июля. Этот парень ночь прох.
14 июля 1934 года. Я приехал на богом забытый остров всего на несколько дней, и вот уже почти 2 недели ничего не делаю. Этот богатый придурок вообще собирается открывать люк в ближайшее время. Я не собираюсь снова ждать мистера Всезнайку, как того в лифте. Пусть лучше он даст мне самому разобраться с этим. Мы уже не просто так привезли динамит. Оп, динамит что-то взрывать будут. Детонатор. По-моему, взрывать динамит на древний люк очень глупая затея. Детонатор. Сейчас прибежит Бэтмен, будет спрашивать, где детонатор. 9,5 футов, безопасное расстояние. Древний люк, взрывчатка тут. Кажется, ты кому-то не очень нравился, Гарри. Бла-бла-бла, я такой умный. Так. Опа. Я не знаю, чего ожидать на этом острове, но надеюсь, что не пожалею в отсутствии оружия. Так. Зеркало. И зачем оно мне? Ух ты, смотри, оно еще и реально отражает. Мощно, мощно. Кого же волнует внешность на таком месте? Не знаю. Какая разница? Так. Пройти сквозь гамак я не могу. Значит, игра сделана качество. О! Когда они прибыли на этот остров, у них было много оружия, но они забрали все с собой. Очень аккуратно. Ну а ты что думаешь, они будут оружие оставлять вот так вот на улице? Они же денег стоят. Как я понял, просто фотография, красиво нарисованная. И... О, просто красавица. Может быть, фотомодель Рою, лучшему каскадеру Голливуда. Я понял. Тут еще какая-то Роя была. Это его настоящее имя? Кастас? Имя владельца. Кастас Апостолу? Адрес владельца Соединенных Штатов. Понятно, это адрес просто. Так, все, я тут все осмотрел. Вроде бы с этой стороны ничего не забыл. Оп, что это было? Показалось. Куда мне, собственно, дальше идти? К водопаду, я думаю, надо сходить. Посмотрим, что там находится. Рот закрой. Так. Водичка. Река прорезает этот каньон. Переправа кажется опасной. Я понял. Водичка холодная, не хочешь наступать в нее. Еще один гамак. Кто-то очень любил спать. Почему этот гамак находится так далеко от остального лагеря? Потому что тут шум водички. Хорошо спится. Посмотрите-ка на этого малыша. Так, вырезан не очень аккуратно, но качественно, ладно. Амулет с вырезанными маркизским крестом. Этот символ означает равновесие и защиту. Какие мы умные, ты смотри. О чем мне, собственно, еще надо? Я уже посмотрел все, что можно. Тут пройти нельзя, там я посмотрел. Так, может, я еще что-то упустил? Тут нельзя идти, тут нельзя, нельзя, нельзя. Что ж еще? Всего 3 домика. Я все 3 посмотрел. А, вон еще дорожка, вижу. Так. Тут ничего пока. Тоже. Черт возьми, кто-то из участников экспедиции умер. Че? Почему ты так решила? Чуть я об этом сказала. А, вижу. Все. Рой, Фрэнк, думаю, мы закончим в игру. Прощательное послание друга. Закончим игру лучшим в миру. Покойся с миром, старина. Что-то... Ага. Рой Грэнгер. Я не думала, что эта экспедиция будет стоить кому-то жизни. Да ладно, просто устал и умер. Какая тонкая работа, настоящее произведение искусства. Приседать я тоже до сих пор не могу. Если кому-то понадоблюсь... У него как будто мысли путаются, ему было трудно записать это. Если кому-то понадоблюсь, я буду в медицинской палатке на выступе. После того, что произошло, мне надо узнать побольше об этом колодце Дрдевид. Дарт Вейдер, короче. Так. Че, все? Все. Так, на труп посмотрел, тут еще маленький домик. Американский динамит. Они израсходовали весь динамит. Ну, как видишь, да. Взрывчатка выглядит опасно. Так ее ж нету, чего опасного-то? Так, я не понял, собственно, а куда дальше? Теперь я точно прошелся во все стороны. Я не подходил так близко к могиле с похорон моей матери. После сразу после смерти ее смерти на моих руках появились эти, как Гарри, их чую, я называю пятнышки далматинца. Сперва мы считали. Понятно. Короче, из-за... А, вот еще! Ну да, такую хреновину сложно было не заметить. Здесь чего-то не хватает.
Я понял, мне надо принести какой-то каменный символ в форме ромбика, да? Да. И где мне его, собственно, взять? Так сразу посмотрюсь везде, зато теперь я знаю, что искать. Я же надеюсь, назад не надо будет возвращаться. Так. Здесь я не вижу никаких каменных ромбиков. Черепаха осталась без дома. Жалко. Отшельник, наверное. Так, это я слушал, это я смотрел. Тут наверху тоже никто ничего не спрятал. Может, на земле валяется где-то. Но если я буду все на земле искать, я офигею просто здесь просматривать каждый уголок. А, вот еще что-то. Да как я такие проходы не замечаю, вообще огромные. Тут еще водичка льется. Тоже изо рта чувачка. Тошнит, наверное. Так. Ну, прыгать туда я не хочу. Слишком долго падать. Ах, я, должно быть, нашла хижины знати. Шикарно. Ну, допустим, ладно. Знать так знать. Все знать. И ты знать, и я знать. Все мы знать. Так, я видел, как Гарри сохраняет даже расторные чеки для домашней бухгалтерии. Он никак... Ой, мне еще и... Ну так, ну это явно вот так вот надо. Ну да, это явно вот так, после чего это чуть-чуть ниже, это вот сюда куда-то, да, вот так. Это сюда не подойдет. Значит, тут это подойдет. Да. Так, дальше. Это вот сюда. Это, я думаю, так и надо. Хотя, может, это подойдет. Нет, это куда-то вот сюда. Значит, это уберись, а это сюда поставься. Это вот сюда уже не подойдет. А куда это? В край куда-то. Так, вот, это вот сюда может подойти. Да. Или это? Это больше подходит. А, когда оно идеально подходит, оно вот так склеивается. Хорошо, обращать нельзя, да? Куда ты? Вернись. Так. Это тоже не подойдет сюда. Куда, собственно? Вот так, отлично. Значит, а, тут еще и есть лишние кусочки, что ли? Или я просто косячу очень сильно? Но это же сюда явно не подойдет. Это? Да, это подошло. Это сюда? Да, и это сюда. Теперь намного проще. Это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. Все, все сложил. Я молодец, умничка просто. Получилось. Разные морские существа связались с каждым из тики. Порядок символов важен в семейные символы. Чего? Ладно, запишу. Черепаха. Паха. Акула. Скат, я так думаю. И осьминог. Так, все, я записал. О, как будто вырвали еще это другое. Ну так возьми с собой, что ты? Без толщи, потом я должен буду бегать искать, где это было. Так. Записка. А, фотография. Смотрите-ка, горд, как школьник. И хор? Что, и хор? Черная жижа. Ладно, допустим. Так, тут что-то скомканное. Уважаемый мистер... Вот что вляпался, Гарри. Уважаемый мистер Эверхард, мы глубоко сожалеем о том, что вы не приняли наше предложение профинансировать вашу экспедицию. У нас всегда были прекрасные отношения с вашей семьей, и мы рассматривали это предприятие как уникальную возможность для обеих сторон. Мы желаем вам удачи в вашем путешествии. Вам она, конечно, понадобится. Искренне ваш, Колли Баун, общественный зве. Зве. Звенок, наверное. Мистер Эверхард. Похоже, Фрэнк винит себя за то, что произошло. Я очень переживаю за него. Мистер Эверхард, я все еще не понимаю, что произошло. Рой не хуже нас с вами знал, что черная жижа очень летучая. Летучая? Летучая, это что? Ладно, я не должен был верить ему, когда он сказал, что вы ему разрешили. Больше такого не случится, Фрэнк. Ладно, все? Так. Второй домик. Ты собрал целую экспедицию, Гарри. И все только ради меня. Ну да. Так. Здесь вижу. Скажи остальным, что...
Это объясняет, почему лагерь почти заброшен. Скажи остальным, чтобы собирались как можно быстрее. Мы должны добраться до побережья с черным песком. Что-то случилось с кораблем. Берите только самое необходимое. Ладно. О, телескоп. А вот и корабль. Господи, застрявший корабль. Они застрявшие, вот вижу кораллы, это значит вода, просто отлив. Отсюда не вижу корабль, ладно. Здесь ничего, ничего, ничего. Письмо. Ай, как вы любите писать и читать. Моя сердечная подруга. Я знаю, что вы никогда не пришлете это письмо, но я привык писать вам, и это утешает меня в этом странном месте. Этот остров полон тайн. Тут много секретов, но я говорю не только о механизмах и приспособлениях, Нора. Осмелюсь сказать, что на острове есть что-то затуманивающее рассудок, иначе у этого нет объяснения действиям Роя. Ух ты, ай, глаз. Этот человек был самоуверенным, импульсивен и немного заносчив, но он не был дураком. Мы не были с ним друзьями, он не заслуживал своей судьбы. Никто такого не заслуживал. О чем с ним? Важно, мы немного продвинулись в поисках ответа на вашу болезнь, но какой ценой? Я так скучаю по вам, Нора. Гарри. Он не говорил этого прямо, но Гарри винит себя в смерти Роя. Я слишком хорошо его знаю. Так, много бумажек. Я скучаю, Гарри. Я тоже скучаю, Гарри. Хорошо. Еще механизм. Использовать. А что использовать-то? Ну, не очень-то легкая загадка, конечно. Не очень сложная. Откуда у тебя такое странное устройство, Гарри? Чего странного? Ты просто взяла и... А что тут? Можно что-то нажать? Использовать. Что использовать? Тут нельзя ничего использовать. Ничего нельзя. Ладно, какая-то дурацкая. Я не совсем поняла, как эта странная штука работает и что с ней делать. Я тоже не понял. Вот, черная жижа. Черная жижа в подзерной трубе. Опа, мы туда посмотрели. А другие планы реальности? С ума сойти. Фиксатор линз для очков Таллинкаса. После настройки этого устройства... Оптически концентрирует спектр резонансных волн. Наблюдение через линзы влияет на шишковидную железу человека, что позволяет ему смотреть в другие планы реальности за пределами спектра, который мы воспринимаем как наше измерение. Все права сохранены. Клоудс Телеган. Ладно, допустим. Это я ее прочитал или нет? Да. А как я ее прочитал, когда я вот так вот? Ладно. О, еще что-то. Этот Гарри Эрхарт, которого я знаю, ни за что бы не сдался. Должно быть, что-то помешало ему разрешить эту загадку. Это так раздражает. Я знаю, что у меня почти получилось, но никак не могу найти правильную комбинацию. Я типа должен это найти правильную комбинацию. Для чего? Ладно, потом найду. А чё я, собственно, все посмотрел? Может, еще раз к этому подойти? Ну тут ничего использовать нельзя. А, вот так даже. Ой, зачем я это нажал? О, фильм. Один. Четыре. Плюс. И что это? Черная дырочка. Допустим, передвину на четыре. И это вниз. Ага, я понял. Reset. Пускай это сначала. Точка. Передвигаю. Раз, два. Так, на три. И здесь на вниз. Плюс. Плюс, 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 плюс. Я думаю, зря я вот так просто так тыкаю. Тут реально нужно. Я не совсем поняла, как... Да, я понял. Это комбинация, скорее всего. Но что это значит вообще? Ты почти разгадал правильную комбинацию, а я откуда знаю, какая тут комбинация? Так, ну я, допустим, 3, 2, 3, 1. И что это? Как я должен это понять, как это работает? Может, еще какие-то подсказки есть? Корабль. Господи, застрявший корабль. Да, я это только что видел. Что это вообще такое?
Как это должно работать? И почему некоторые кружки большие, некоторые маленькие? Попробую этот маленький, средний и большой. Сначала этот, давай-ка. Ресет. Только с какой части мне начинать, собственно? Давай-ка. Где я? Вот здесь, повыше. Ну, здесь давай начну. Чё тут? Маленькая точка. Оставил. Дальше. Ниже. И слева. Это средняя. Плюс, плюс. Дальше. Сюда и ниже. Самый низ. Плюс, плюс, плюс. Что это значит вообще? И что это зеленое означает вообще? Давай вот так. Что означает зеленая стрелка? Оно еще огромнее может становиться. А, сюда нельзя нажимать, ладно. И сюда нельзя. Значит, я поставлю вот сюда и вот сюда. Нет, 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 вниз. Так, вниз. Нельзя. А чуть-чуть левее. Нет. Чуть-чуть выше. Нет. На... Нет, нет, нет. Вниз, но чуть-чуть правее. Нельзя. 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 Так ничего больше нельзя. А в чем, собственно, загадка? Что делать тут вообще надо? Полностью покрыть этот, что ли, холст черными точками. Но у меня есть определенное их количество. Так. 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 Я понял. Значит, сколько у нас тут точек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ресет и отойти. Шесть штук. А тут у него сколько было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь даже. Значит, не так. Значит, последняя попытка на сегодня. Вот сюда. И вот сюда. Плюс. Плюс, плюс, плюс. Подожди, оно ж максимально. Да. Тут. Плюс, 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 плюс. Тут. Плюс, 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 плюс. Не, в предыдущий раз больше было. Так, а это... Нет, сомневаюсь. Теперь в самый низ. Плюс, 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 плюс. Ну да. Всё, и чё ещё? Тут плюс, плюс. А, я сейчас на линзе уже вижу, как оно отображается. И вот в такой комбинации мне на линзе надо как-то выложить из шести символов. От... Не совсем поняла. Хорошо. Из шести символов. Где-то я такое уже видел? По-моему, нет. Может, где-то подсказка есть? Или чего? Не учитывая, что Гарри художник, да, а уж плохо, да, я понял. Это вставляется, я понял. Так, может, какой-то бумажки есть этот код? Нет, это я тоже посмотрел, это тоже нет. Нет, 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 нет. Ладно, тогда на сегодня все. Потом дальше уже продолжу. Подпишись на канал, поставь лайк, напиши любой комментарий и пока.